А в Киеве сегодня первый день международного фестиваля «Книжный арсенал». Среди сотен новинок его посетители смогут увидеть также мультимедийный проект известной киевской художницы Зинаиды Грущевко. Он посвящен легендарной Феодосии Плитки Сарахан, собирательнице гуцульского фольклора из карпатского села Криворовня. Она скончалась этой зимой в возрасте 95 лет. Проект «Грущевко» объединяет 12 видеоработ о философских представлениях этой женщины из древнего карпатского села. Маленькая женщина Теодозия из маленького села Криворивни в Ивано-Франковском районе, у которой была очень сложная жизнь, но которая осталась любящей в первую очередь людей. Одесія была одной из таких сильных жінок українок, шляхетних українок, с дуже таким духовным сердцем и дуже чистым розумом, и свои життя, яке вона поклала саме на вклала в як вклад в українську культуру, може бути як наслідком для як примером, як прикладом для унаслідування сьогоднішнього покоління.